Могу помочь вам? Я только что убил двух человек. Кого вы убили? Не знаю. Они просто сели ко мне в машину. Сели к вам в машину? Где вы сидите? Ночь. Я один иду по трассе. Фонарь из последних сил подсвечивает. Главное не забыть вернуть все на свои места. Это было громко. Нужно срочно возвращаться в клетку. Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Пора проверить подвал. Сработало! Вот растяпа.
Это было громко. Не оглядывайся! Тебе поможет! Хотел сбежать от дядюшки Фрэнка? По снегу, оставляя за собой следы? Пойдем домой. Если разобью окно, то может получится сбежать? Только это будет громко. Должно же быть в этом чертовом доме что-то, чем я смогу... Надо бы проведать мальчишку. Только бы не заметил, что я выходил. Только бы не заметил. Человеческая. Вашу мать! Вашу мать!
сломан. Но если смогу починить, то выберусь без шума. Этот звук из столовой? Точно закрывал эту... Ах ты поганец! Попался! Я этого не хотел. Совсем. Но ты сам вынуждаешь меня. Вот теперь как новенький. Почти. Предлагаю. Но в этом месяце я и так изрядно потратился. Так что...
знаю, как это выглядит, но поверь, ничего такого я делать не собираюсь. Я не из этих, наоборот, я хочу помочь. Понимаешь, огонь он обжигает, он сжигает, и ему плевать. Плевать что и кого, и насколько больно. Я хочу потушить его, и все прекратится. Я потушу твой огонь, и... Джейкоб, мы с тобой делаем здесь настоящее добро, настоящее. Не эту либеральную «подставь другую щеку» чушь. Да, это тяжело, но быть мужчиной значит поступать по-мужски и платить большую цену. Мне пора наверх. Спасибо за то, что выслушал, Джейкоб. Что-то мне не здоровится. Поганец, попался. Джейкоб, пожалуйста, перестань. Ты все равно ничего не сможешь изменить. Я смогу. С помощью всех тех ребятишек. И твоей. Хочешь ты того или нет? Так, приятель, не подведи. Похоже, получается. Да, да, да! В этот раз у меня точно получится!